Привет, гости моего канала и подписчики. Сегодня опять выбрался на море и опять целью поймать бычка. Сейчас примерно 14:30. У меня несколько часов всего, 2-2,5 часа на рыбалку. Сейчас буду разматываться. Снасти те же, что и в предыдущем ролике. 2 метровых удочки, может чуть меньше, но мне как бы не важно это все. Сейчас буду начинать. Из наживок будет свежая мидия, креветка. И может там куриные сердца остались с прошлой рыбалки. Не знаю, в пакете все сложил, заморозил. Сейчас достал, буду пробовать рыбачить. Море опять спокойно, и это реально круто, потому что видно норки. Не штормит, не будет сильно затягивать по норам. В принципе, у меня все. Сейчас будем начинать отправляться вот в эти камни. Будем пробовать рыбачить. Ну, а дальше будем включаться, если будет интересное что-то. Сегодня я переодел обувь. В прошлой рыбалке несколько раз чуть не упал. Точнее, я упал, но на нижние камни, поэтому это. Одел сегодня кроссовки с хорошими зацепами, потому что на камнях надо быть очень осторожным. И они хорошо держатся. И в предыдущем ролике меня спрашивали, где я беру мидии. Где сейчас можно взять мидии. Я вам показываю. Смотрите, вот камни. Камни скользкие, поэтому... Смотрите, спускайтесь на нижний камень. И вот, куча мидий. Выбирайте там покрупнее и начинайте рыбалку. Такой хороший. Сердце, да? На игру взял. Пока искал норку. Держи. Тебе и тебе. Да. Тут вы быстро кушаете. Да что такое? Были поклевки, я дернул. Причем так надежно. Смотри. Пол воды взял, прикинь. Я опускал, опускал, опускал и... А то на поклевки сел так спокойно.
Во. Только одна голова. Какого ты кнута в бубаха? Хороший такой. В этом? Да, такой мощный. Такие подачи только что были. Так ты... Две удочки, прикинь. Одна отцепила. It doesn't need.